Грандиозная стройка. Именно так можно назвать прокладку третьего по величине моста трассы М-12 через реку Сура, который объединит сразу два региона России – Нижегородскую область и Чувашию. Общая протяженность сооружения – 926 метров. Как идет возведение моста в репортаже Дамира Хантимирова. Строительство трассы М-12 – один из масштабных проектов на территории Чувашии. Большая транспортная артерия позволит разгрузить трассу М-7 и сократить время в пути. Здесь ведутся работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды. Также ведется устройство асфальтобетонного покрытия. В планах по асфальтобетонному покрытию у нас в этом году выполнить 55 километров из 85. Ширина моста позволит организовать движение по четырем полосам. Сейчас уже готовы опоры. Далее строители будут делать надвижку моста, то есть пролеты будут собирать отдельно и двигать получившуюся конструкцию между опорами. Смысл надвижки в экономии денежных средств. Поскольку опоры здесь высокие, до 30 метров, и для того, чтобы не строить временных опор в промежутках между пролетами, выполняется вот такого рода монтаж, то есть надвижка. Завершение строительства планируется в сентябре 2023 года. Надвижку планируем завершить в апреле 2023 года. Строительство дороги объединяет не только регионы, но и людей. На объекте трудится 3500 человек и 1100 единиц техники. Треть работников, нанятых автобаном на территории Чувашской Республики, это наши земляки, они работают во многих направлениях. Более того, могу сказать, что есть такие хорды, которые будут отходить от М-12. И одна такая хорда, это очень важно, будет отходить от как раз второго перекрестка М-12 с Вяткой. Это дорога, которая пойдет на Ульяновск, Самару и Оренбург в последующем. Возведение трассы открывает новые возможности в сфере логистики, позволит развить туристический потенциал региона, тем самым это поможет экономике Чувашии.